11 клавиш и регулируемый вес. В этом видео распакуем Logitech G502 S и Hero. В коробке с мышкой – набор грузиков, наклейка и документация. Перед нами игровая мышка с асимметричной формой для правой руки. Причем учтите, что при длине в 132 мм такая мышка подойдет для крупной ладони. Клавиш тут в избытке. Помимо основных клавиш и колеса, есть 3 кнопки на левой грани, еще 2 на краю левой клавиши и еще 2 под колесиком. Причем верхняя активирует быструю прокрутку, чтобы было проще листать страницы в документах. Что касается сенсора, это фирменный датчик Hero 16K с чувствительностью в 16 тысяч точек на дюйм. Это флагманский датчик, который не срывает даже при игре на низкой чувствительности. Вместе с сенсором на дне мышки разместился отсек для грузиков. С их помощью вес мышки меняется в пределах от 121 до 139 граммов. Поговорим о кабеле. Он несъемный, с тканевой оплеткой и защитой от перегиба на двух концах. Подытожим. Такая мышка подойдет тем, кто никак не определится с комфортным весом. Кроме того, она понравится любителям шутеров за счет надежного сенсора и фанатам моба из-за дополнительных клавиш. Но учтите, что у мышки крупный корпус, и он подойдет только для правой руки.